blood, creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feel. Привет, вот она замена BRP. Это Odus 1000. На самом деле, ребята, очень интересная моделька. Даже пока я осматривал перед записью видео, мне очень понравилось многие нюансы. Внешний вид. На самом деле, очень действительно похоже по BRP. Я прям сразу провел рукой. Прям очень гладенький, прям не шершавый принт. Приятный. Второй момент, который я заметил, это подножки, ребят. Реально, по качеству пластик прям приятный. Сейчас очень напоминает Хайсан. Второй момент. Отверстие, которое здесь есть в подножке, и если вы знаете BRP или Stealth, то там прям вот целый такой слой и много грязи собирается. Но есть минус в этом во всем. Без защиты, конечно, подножка уязвима. Вот уже Михаил умудрился. Движемся дальше. Вот это, конечно, мне визуально не очень нравится, но как есть. У него, кстати, есть минус. Не, минус у каждой техники вот есть. Этой крышки, она является же и клапаном, да, то есть сброс давления. Ну и, соответственно, ну не, я уже как проверял, она тут у меня грязи нахапала, но вода не попала, она отработала четко. Но мне пришлось ее разобрать и почистить от грязи. То есть, по-хорошему, нужно просто вот туда в бензонасос поставить, как обычно, вот сапун на том же BRP. Слушай, ну вот как вот подмечено было, это задние фонари, конечно, огромные. Чересчур, да? Прям чересчур. Ну, в принципе, я уже присмотрелся, они уже даже нормальные для меня. Реально, ну, реально огромные, да? То есть, даже для сравнения руку, да, поставить. Да, да, да. Ну, ничего, приятно. Слушай, выхлопная система, конечно, смотрится нормально. Поломарис. Не-не-не, нормально смотрится, нормально. Это не Polaris, у которого посередине вот такая херня, вот и вот здесь такой писюн высаскивает. Не-не-не. Очень эстетически красиво. Огромные гранаты. Модные суппорта, палки, блядь, ты их хер перегрызешь, их, блядь, прям видно. Знаешь, что, мне кажется, суппорта проектировал какой-то армянин. Слушай, а ты что это говно-то не снял? Ты грязь собирается. Пыльники пластиковые, прям все по-взрослому. Редуктор сейфушный. Вот. Вес 4,25 килограмма этого малыша. 4,25 указано. Вот, смотри, тут все спрашивают, сколько он весит. Тут написано. 425 килограмм весит. Модель 1000. Объем... Слушай, на удивление у меня на моем литровом хмыре написано 470. Смотри, и мощность написана. 62 киловатта на 6,6500 PRM. Значит, ну, 85 сил. Слушай, даже ESC наклеечка есть. Воу. Слушай, два суппорта. Четыре всего. Смотри. Не один бюджетный, как на этом, BRP-шке. Ну да. Кстати, я замечаю, когда на BRP-шке нажимаешь на ножную педаль тормоза, он у тебя боком все равно такой заходит. Да, есть немного, здесь такого нет. Да. Кстати, кардан, я все-таки смотрю, он очень похож на BRP-шный. Миха тут возит, короче, это, жратву возит. Нет, да ладно, жип, жратва. А вот здесь, вот, мне кажется, он меньше все-таки, чем больше, у BRP. Больше. Во-первых, стенки нет за счет выхлопа вот этой. И он глубже. Слушай, ну сюда две пятерки, наверное, не залезут. Сюда плоские, хорошо, десятки влезут. Кстати, может быть, вполне. Мне напоминает все-таки, как у автобусов у наших лязов ездит, которые... Ну, такие же, если на Феррари. Кстати, да, да, похожая тема. На самом деле, очень интересно, что у нас за это страны. Выхлопная система проходит. Оптика вся. Все тоже видишь. Миха уже нашприцевал, короче, этим. Как он, рубином нашприцевал, рубинчик, красавчик. Да, да, рубин тема. Ну, кстати, шприцевать удобно, все как на BRP. А вот спереди там есть вопрос по поводу шприцовки. Да, рычаги. Карданчик. Ой-ой-ой. Кардан такой же, как прям на этом. На BRP, я думаю, что надо раз. Слушай, массивный сделать. Редуктор, да и хер с ним. Похоже. Слушай, заливать, проверять удобно. Да. Ну, спереди теперь. Что у нас спереди? Миха поливочную систему присобачил. Сюда будет, я думаю, что-то делать с ней.
Слушай, а... Не укладывай, там мамка увидит, мне люлей даст. Я понял, мамка... Я у нее с теплицей это стырил. Это капельный полив. Мамка наругает. Слушай, смотрю, наконечники похожи на гепардовские. Что-то отчасти такое прям. То есть такие же, как на РМ. Ну, может быть. Усилитель. Такой же, как на... Усилитель кому-то видно, если... Там за бренд не написано? Бренд. 380 ватт. 380 ватт, да, даже, наверное, не знал. Нет. Мих, кстати, не знал, что здесь два Карлсона. Не знал. Пока я тебе не сказал. Панасоник. Панасоник. Вот заколхозил уже фары. Ну ладно, в целом, слушай, фары выглядят Аврора неплохо здесь, но почему-то родные... Ближние ставятся вообще элементарно на штатные крепления. А почему-то родные не стал это... Слушай, ну после Риджета там и прочего все равно хочется побольше... так сказать, света, да, и штатные там, по-моему, двадцатки или десятки. Ой, не слушайте, не слушайте его, это прям ересь несет, несет очередную. Сажусь комфортненько. Слушай, он мягенько прям на штатных амортах, прям реально мягенько. Слушайте, пульт ничем не отличается от грязлового, но это мы знаем. Грязлового нет, только поворотника. Да, слушай, по качеству ничем не отличается. Да. Паркинг, это, конечно, дурацкий. Слушай, все достаточно да, это добротно. Это сюда ты присобачил, вообще удобно. Дождь, падла, начался. А он вот прям как назло, видишь, идет тучка. Да. Слушай, интересная система ключа. Реально интересная. А что неинтересная? Да я такую не видел никогда. А цепь такая? Я не видел. Приятная приборка, слухай. Обзор дождик помешал нам. Вот эта штучка прикольная, удобная. Честно скажу, когда ты телефончик даже свой закрепишь здесь, благо полно всякой херни, можно вставлять, спокойно жать. Кстати, удобно. Отключаем и включаем, а вот та розетка постоянно работает. Ну и что? Бук. Слушай, ну просто прикольно, удобно. Мне ключ понравился. Мне реально ключ понравился. Даже вот на этом BRP старой модели, которых прям ну не очень. И на остальных моделях. Слушай, прикольно. Ну такой же на CF включение водит. Ну, мне понравился. Миха хвалился духу. Необычная шаршавинка. Необычная шаршавинка, прикольно. Легкая. Слушайте, парни, легкая. Прямо одну руку реально держу. Реально легкая. Бля, тяжелей. Прям реально чувствуется. Слушай, она у тебя какая-то мягкая. У меня жесткая. Ну, это же... ОБД разъем стоит, то есть диагностируется обычными этими машинами. Мажорный аккумулятор у тебя стоит. Слушай, вот эта крышка подходит, кстати, на ту модель может подойти, на любой BRP. Кстати, ребята, пользуйтесь. 3800 стоит. Да, кто-то по 8 рублей продает, это, представляешь, барыги, а реально на Алиэкспрессе стоит дешевле. Слушай, дальше что, багажничек приятный, добротный. Да, ну вот давай сразу по поводу люка покажем. Да, давай. Вот он, видишь, встал, но... Закрыть я не могу его. То есть высоты не хватает. Получается, вот эта часть, она больше, ну, больше, повыше. Там не увидишь, наверное. Ну, короче, не закрывается. То есть идея прям один в один. Он прям встает. Ну, может, какой-то побольше надо по размеру, чтобы он был. То есть высоты... Смотри, не хватает, значит, вот эта часть. В линке есть так называемые винты в таких металлических линках, чтобы он выходил. Да, регулировочные. Там винтами он, ну, значит, вытягивает его. Вот эта шляпа, она не работает у меня. Ну, минимум не подходит, ну, да. Ну, это марсет. Вот видишь, я раз, так на работу пошел. Да, да. Так, по делу, значит, уже в базе внутренние рычаги, реально прикольно, удобно. И это закрыто. Вот эта часть не закрыта, хотя могли бы ребята реально вот здесь бы так вот еще сделать для полности. Было бы интересно. Вид с другой стороны. Давайте проверим, что Миха заливает туда. Ну, тоже заходим. Да, сейчас выйдем. Равинол. Вот такой вот щуп. Везде равинол. Фу, воняет как он. Чем? Равинолом. Воняет. Равинол. Вот так вот внутри сделана коробка. Вот такая штанка. Да, Мих, веря, хорошая. Полная синтетика. Да, хорошо. Ты не пробовал так делать? Это нормально, на самом деле это не дефект. Заливная, значит. Ага. Заливная, вон он. Черный болт. А?
Здесь заглушка. Да, да, я говорю, это не дефект, это нормальное явление, это допустимый люфт. Датчик здесь стоит на карабасе. Прикольно. На самом деле все прям как сделали на BRP. Крышки уже идут, уже без подтеков будут. Удобно. Слушай, свечку менять удобно. Крышки, вот, кстати, да. Вот на этом этой вещи удобно менять свечу. Свечку. Да, и свечку. Ну вообще-то здесь все было в пластике, как обычно. И здесь тоже было в пластике. Все это я снял. Ну понятно. То есть здесь такие же вот эти коромысла стрёмные. Тут все в пластмассе. Там, поэтому я все. Миха, где стоит термостат здесь? У BRP стоит. В башке. В BRP стоит вот здесь. Нифига. Ну как нифига. Ой, да, у этих, да, вон. А тут, короче, в башке. Вот в первом, по-моему, в первый цилиндр, вон там. Да, да, вот он. Да, вот тут, внутри. Интересный кардан. Сделан по принципу, как большинство модификаций. Кавасаки, BRP. Но здесь он потолще. Нет вот этого предохранителя некого, который на BRP ломается. При том, что нет никаких хомутов, все это держится. А вот так вот выглядит на BRP. Почему сделана вот эта часть тонкая? На самом деле, многие пытаются утолщить и совершают большую ошибку. Потому что может сломать вот этот вал. Лучше пускай сломает кардан. Ну, люди есть такие, которые говорят, пошел ты в жопу. Я все знаю сам. Слушай, техника интересная. Надо попробовать теперь, как она едет.